Цифровизация – драйвер развития транспортной инфраструктуры, а внедрение интеллектуальных систем в общественный транспорт – первоочередная задача у ульяновских дорожников. Созданием системы контроля за движением пассажирского транспорта начали заниматься несколько лет назад в рамках реализации проекта «Умный город». Пока в области свою успешную работу показали 5 систем. Это видеомониторинг дорожной обстановки, фото-видеофиксация, прием электронных платежей, метеоконтроль и центр организации дорожного движения. Сегодня на территории области эксплуатируется 225 камер, интегрированных 162 стационарных комплекса. И вот, уважаемые коллеги, обратите внимание на цифру. За 2019 год выявлено с помощью этой системы 1 623 тысячи нарушений правил дорожного движения. Ну, не совсем корректно измерять, но федеральный стандарт так трактует. Общая сумма вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности, общая сумма составила 1 миллиард 67 миллионов рублей. В этом году в местах концентрации ДТП дополнительно установят 15 стационарных комплексов. Кроме этого, для контроля за движением автобусов и маршруток будет создан мониторинговый центр организации дорожного движения. Сотрудники центра смогут отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. К системе ГЛОНАСС подключено почти 3000 единиц транспорта. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ульяновской области планируют установить 15 автоматических пунктов высокогабаритного контроля и метеостанцию в Старомаинском районе. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.